Интересно, видите, вот по поводу украденных средств недавно Медведев очень хорошо заявил. Вот этот вот алкаш, да, он иногда просыпается, иногда вещи интересные заявляет. Он заявил, что ситуация с поставками оружия в армию не идеальна, но благополучно, сказал Медведев. По его мнению, если бы не было советского запаса, то все. Представляете, то есть они нам рассказывали, блядь, все эти шойги сраные, блядь, да? Помните, Шойгу рассказал об назначении армии оружием на новых физических принципах, да, с искусственным интеллектом, да, вот это я разные годы читаю. Новое оружие поступает в войска, опережая графики. Так, в нынешнем году вооруженные силы получили более 2300 единиц новой и модернизированной техники. Это в 2019 году. По сравнению с аналогичным периодом 2018, это на 6,7% больше. То есть, значит, в 2018 тоже 2000 с лишним получили. И, соответственно, в 2017-м куда же все делось, если только одна советская техника осталась. Это просто удивительно. И 18 июня 2019 года Шойгу заявил, что российские военные скоро получат новое гиперзвуковое и лазерное оружие. Помните, как этот Пригожин кричал: «Шойгу, ты лазерное оружие обещал!» Это просто жесть. Так это смешно сейчас выглядит. В 2016 году Шойгу подтвердил, что Россия в Сирии испытывает новое оружие. Интересно, куда оно из Сирии делось, это новое оружие? Или неуспешные испытания прошли? Эх, блядь. В 2018 году, помните, Шойгу заявил, что новое вооружение России делает противоракетную оборону США дырявым зонтиком, блядь. Они там сами все дырявые, все эти Шойгу, блядь, уроды, блядь. Представляете, кошмар какой. И вот народ России все это говно терпит. Армия получает новое оружие вовремя. В 2017 году Шойгу говорит. А теперь выясняется, что если бы не было советского, то все. То все. Изя, все, как в том анекдоте, да. Российские власти Крыма планируют раздавать на полуострове землю военным из РФ. Знаете, зачем? Для того, чтобы хоть кто-то бы этот Крым защищал от Украины. Да, потому что понимают, что сейчас Украина попрет, вынесет там всех, поэтому надо раздать немедленно землю. Да, то есть это реформа Мария. В Риме это называлось реформа Мария. Раздать землю военным, бля. Какой год-то это? Это погуглите, я боюсь ошибиться. Это, наверное, 102 год до нашей эры, да? Или 101-й, реформа Мария, бля. Пиздец. Просто жесть. Ой, мама моя, вообще это такие черти. Ну, видите, в России политический кризис очень сильный, причем такой, он находится в жаркой стадии, поэтому сейчас путинцы жрут друг друга, и вот даже дело Дурова вызвало определенные нападки друг на друга. Делягин, депутат Госдумы, предлагает обменять председателя Центробанка Набиуллину на Дурова. Ну, это понятно, что это такая шутка, но в каждой шутке есть доля правды. То есть они там очень себя плохо чувствуют, и точно не из-за Дурова, и даже не из-за украинской войны, просто потому что Россия в жопе. И благодаря Путину она в жопе. Да, политический кризис усиливается. Почему? Потому что Путин никуда не уходит. Стареет. И вся эта мразь типа Нарышкиных, Патрушевых тоже стареет и никуда не уходит. И поэтому кризис будет только усиливаться. Ну и, естественно, противодействие очень серьезное. Во-первых, идет война с Украиной. Во-вторых, партизанское движение на территории России. Уже никто не скрывает, что воюет в открытую с путинцами.